Ну что, поехали. Алфавит Сергеем Хелье чат. Что, с ним же. Данное видео может... Давайте свою реакцию. Свое видео. Дисклеймер. Данное видео может... Внимание, дисклеймер. Данное видео может... ...держать в себе яркие вспышки света, мелькающие, часто меняющиеся изображения, сцены насилия над вашим мозгом. Сразу видно, что деловка. Автора ролика. Или сразу старое видео. Оно не рекомендовано к просмотру людям, страдающим эпилепсией, беременным детям, страдающим эпилепсией и вообще никому. Буква А. Аннигиляторная пушка, блин! Я понял. Буква Б. Блин, новая боль! Буква В. Well done. Nice. Бля, ебать, что-то зарафлял я. Буква Г. Я горд заявить то, что я гомосексуалист. А поэтому Г? Нормально, нормально. Д. Подожди, так он сам смонтировал или ты ему смонтировали? Да, я считаю, что... Как будто ему сделали нарезку, вот такое ощущение. Да, да, вот такое вот ощущение. Надо в программу обучения в школах внедрять немедленно, блядь, срочно. Наконец-то дети хоть что-то выучат в этой жизни. Буква Д. В чем полезное? Дурачки. Блин, знаете, автор молодец, Крендим, ты молодец, что ты не стал любое слово вытаскивать, а именно искал нарезку сделали. Момент на эту хуйню. Видишь, Крендим? Да, да, да. Ебаля! Буква Ё. Ёб твою мать. Ёб твою мать. Ну, а что же еще на Ё может быть? Жопа. Жирные коты такие классные. Буква З. Я запрещаю тебе срать. Ну, это легендарные фразы. Просто эту нарезку куда-нибудь ебануть, и люди такие подумают, чего у него на Твиче творится, блядь, что за хуйня? Буква И. Ипаться можно 16 лет, утверждаю. А поэтому ипаться. Буква И краткая. А Яндере? А Яндере? Ну, там было сжатое. Трудно было найти на И краткое. Буква Л. Лох. Буква М. А, милота. Ну, милота, да. Н. Ня? А, он сказал ня, да. Ну, хорошо. Давай еще раз. Бля, я раз... Слушайте, может мне волосы отрастить? Ебать, они пабельные. Похоже на Леонтьева. Как думаете, может мне волосы отрастить? Мне идет? Ну, только представьте, если у меня была мужская прическа. Ебать, блядь, ебать, я прям могу... А это не мужская прическа? Я у Леонтьева такое видела. Да. Бля, слушайте, может реально прическу такую сделать? Так, все. Н. О. Одобряю, блядь, одобряю. Буква П. Ты сука, блядь, осуждаю! А, это нет буквы П. Ты чё, сказав редко была? Р. Ребят, блядь, скиньте донат, пожалуйста. Буква С. Снюс. Не снилс. Сука. С. Снюс. Буква Т. Ебать, это рофл видео. Буква Т. Ты тупой. Нет, ты тупой. Не я тупой, ты тупой. Буква У. Бля, пиздец, это реально все происходит на моих стримах? Господи, ну ты по жизни тоже так всегда делаешь. Я помню тоже, если какой-то у тебя получается твой язычок, вот это вот все. Да, я поняла, у вас, короче, где-то примерно в одной пробирке пробегали там, да, вот это вот все распылялось, я так понимаю, или что? Да, просто со стороны потом не видишь, что там делается на стриме. Я вижу. Не замечаешь. Со стороны иногда. Ах, блядь, что это за пиздец, чат? Слушайте, это не кажется таким, пока ты стримишь, да? Блять, просто... Ну, ты про это сказал. Когда ты смотришь стрим, это таким не кажется. Ну да. Когда смотришь со стороны, это какой-то пиздец. Типа, чё, а именно когда на резках. Буква F. Пресс F. Буква Х. Очень хохотули. А очень хохотули? Ну будет хуй. Ладно. Сережа 30 годиков, блядь, чуваки, 30 лет. Хохотули. Хохотули. Хохотули.
Это и лучше, чем хуй. Буква Ч. Фу! А, просто Ч, без А. Буква Ш. Да шлюха, сука, прям бесит. Буква Ща. Щенки, блядь! Буква твердый знак. О, это еще легендарный выпуск, кстати, «Беременная 16» с Кристиной Захтубинска. Ладно, кто знает, тот знает. Буква И. А что сделал на И, твердый знак? А что там было? Я не понял просто, что произошло. Я кого... Там что-то хоть девушка какая-то сидит у него. Что ты типа в жопу вставил? А, пёрнул! Понятно. Это он тут умер. Вот не посмотри на себя со стороны. Я не такой. Слушай, я не такой. Ты тоже любишь сесть так вот, еще пёрнуть, еще так ручкой так вот сделать, так... Кстати, хорошо, удачно получилось. Еще булку приподнять. Хорош. Ну, в смысле, бывает, не такой. Бывает, знаешь, такой прям на реакции. Такой чувствую. Ну, микрофон-то не передает, хотя нет, хотя видно, что зашкаливает волна звуковая, когда пережу. Просто люди не замечают, что это, может, в реакции что-то такое. Mm-hmm. Вот, а я бывает так херну, и Алина, ну, естественно, все слышит, и я такой... Неплохо. Да, да, да. Типа мы обсуждаем ролик. Да. А еще вот стул в сеточку, вот это ортопедический. Там так хорошо продувается, такой звук смачный. Как будто там, знаешь, резонируют вот эти вот волокна. Запаха нет. Да ладно, серьезно? Да. Да вообще нету, да? Все вниз уходит. Да, ты что говоришь, ты такое? Ну, я же не чувствую. Это понятно, свое не пахнет. Свое пахнет малиной. Нет, серьезно? Че за хуйня? Щенки, блядь! Буква твердый знак. Мы могли не приматывать. Буква И. Фразбыйник, а? Буква мягкий знак. Как-то А. Бля, прикольно, еще был другой шептун, но такой сладенький такой. Мягенький такой. Ты даже так же зеваешь. Буква Смотри. Нет. Да. Блядь, а что это за трэш-нарезка, блядь, моих стримов? Просто пиздец. Блядь, чего за бред, блядь, просто происходит? О, боже мой. Кстати, она у меня еще осталась же. Я не найду. Ну, ладно, а, там, а как эта штука называется, кстати? Ебать, ты конченый, оказывается. Бля, это пиздец. Я реально конченый, оказывается. Просто нахуй конченый. Буква Ю. Юмор, но не смешно. Буква Я. А потому что я. А потому что я самец. А потому что я говорю вот так. Потому что тебе что, непонятно? А, Войтенко, да? Через монитор я не... Покажи, Полин, это на стриме. Нет, в смысле на стриме. Я потом ей покажу. Понял. Нахуя я... Бонус. Да не, нормально, что в конце такого было. Песня нормально, купила человек. Я в ахуе просто, что просто, за... Просто я посмотрел, потому что особенно смешно. Наверное. На себя посмотреть со стороны. У нас постоянно такое происходит, мне кажется. Нет, я тебе скажу, в общем, то, что у нас, а то, что, в общем, это свойственно для стримеров. Так это для любого. Хорошо. Любого нарезку посмотри, куда сами смешные. Они в сетке, то, что что-то делают, что происходит на стриме. Пятерка там вообще чуть не жопу в камеру тыкает, что он там еще делает. Но... Вау, это очень смешно. Блин, Крейндим, большое спасибо, это годнота. Ебать, какой ютуб еще был? Ужас. Такое. 4 года назад. Да нет. Нет, так ролик может еще. Ролик 4 года назад, вышел. Но на самом деле вот эта херня, видимо, вышла вообще давно. Да. Сейчас, блин, ютуб кажется... давно уже не такой. Мы, знаешь, когда начинали, он уже был другой. Симпатичнее выглядело, а да? А мы начинали 5 лет назад.
Бля, какая жесть. И мы эту хуйню наблюдаем почти каждый день. Да я говорю, да. Понимаете, пока стримишь, ты как бы, ну, такой, нормально. Что за подписка такая? Не замечаешь за собой такого. Типа, ну, нормальный стрим. Наоборот, даже кажется, что ты вообще суперадекватный. А что такого на стримах плохого происходит? Ты вроде бы говоришь, смотришь видосики. Ну, нормально же, да? А потом посмотришь что-нибудь в записи и такой... Я поэтому записи не смотрю. Когда это было? Ты не помнишь. Ну а что ты думал, мы тебя за это любим? Блядь, на самом деле я даже не замечаю, как я это делаю. Но я в плане того, что я как-то... Это настолько обыденно, что я даже как-то не придаю этому значения. Я вообще... Я просто он такой по жизни. Стороны, я такой, мать твою нахуй. Мать твою нахуй, где купить подписку на этого барина? О, боже мой. Нет, Крэндим, ты красавчик, реально. У тебя видосы просто... Ну, не ты один делаешь. Вот что... А, он еще делал вот что в голове. Угу. Канал. Никогда не гадали, глядя спасибо, на человека, пофу. Что там пофу. У него в голове. А где музыка? А, музыки нет. Видимо, из авторских прав вырезалось. Вырезал. Причем из реакции уже финальной. Да-да-да, вот из этого видео вырезалось. Нема музыки, нема... А, тут, видишь, тоже нарезку сделали. Видишь, он смеется, даже не слышно как. Ну, нормально с париком. У тебя он розовый, есть Вадик Лэп. Да. Слушай, я как-то слишком много вижу параллелей с ним и с тобой. Да нет, это да-да. Свойственно для встреч стримеров. О, включилось чуть-чуть. Бра. Короче, я для вас просто фрик, я так понимаю, да, чат? Чат. Постойте, чат. Так оказывается, все это время... Для вас я был просто фриком. Просто парнем, который творит какую-то дичь. Вам не важно, что у меня в душе, как я себя чувствую. А почему голос так изменился? Вы приходите только за одним. А, знаешь почему? Yeah. Видимо, была мелодия и бета-вырезание. Знаешь, оно типа голос приглушает и вырезает мелодию. Пёрнул на стриме. Обосрал чью-то мать. Или крикнул аннигиляторная пушка. Кстати, была очень грустная музыка на фоне. А ведь я считал вас своими друзьями. Я делился с вами всем самым сокровенным. О том, что у меня простатит и геморрой первой стадии. О том, что я вырос в семье, которая бухала постоянно. А для вас я просто фрик. Плачущие смайлики в примешку с ржучими. Подписку, которую вы покупаете, все равно, что кидаете мне мелочь под ноги и кричите «танцуй». Ну, типа. Никогда мне еще не было так больно от осознания того, что было всегда. Прощайте, чат. Вовремя. Всем доброго Нового года. Спасибо за подписку. И угорает. Теперь прощайте. Продолжайте пока. Кидать. Будет дальше танцевать. Лапочки, пока. Да. Аривидерчи. Пока. Ты же похож на Зиг Хайль. Кому что? А не на пока. В темноту, в темноту. Черный экран. Блин. Что за часики? Черт. Это же YouTube. А, прикольно. Это конец.